Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Лилия Донскова, и сегодня я вам расскажу об одной важной теме, которая многих интересует, но большинство не знают, как найти ответ на этот вопрос. Итак, речь идет о пробниках. Мы либо ищем с вами пробники, либо по пробнику пытаемся найти продукт. Обычно на пробнике, например, на помаде, указаны всего лишь три последние цифры. Итак, сейчас передо мной стояла задача. Мой консультант скинула мне вот такие вот картинки с пробниками, и я вижу только код 270, и понимаю, что это губная помада. Закрываем. Заходим в личный кабинет. С левой стороны в разделе меню нажимаете «Заказы», спускаетесь чуть ниже и видите кнопку «Дополнительные инструменты». Открываете чуть ниже «Пробники», «Продукты». Ждете, когда подгрузится информация. И сейчас, смотрите, мы видим, у меня есть код, часть пробника. Я ставлю галочку и вбиваю сюда код 270. 270. Показать отчет. Опа, готово. Помада 33372. Стойкая, суперматовая. Все отлично. Вы можете также на всякий случай проверить, скопировав код помады или перенеся ее в личный кабинет, как сделала я. Я зашла к себе в корзину. Вбила этот код и убедилась, что это действующий продукт, он есть в наличии и даже сейчас идет со скидкой. Так что, ребят, все очень просто, легко, действуйте. Рекомендуйте это видео своим новичкам, которые особенно часто теряются в том, чтобы найти правильно продукцию по коду пробника. Всего доброго, успехов вам в бизнесе, пока-пока!